Строители-педагоги, железнодорожники. В Доме национальности состоялся финальный этап регионального конкурса «Арт-профи-форум». В фойе развернулась выставка плакатов. Их ребята сделали на заочном этапе конкурса. Каждая работа отображает определенную сферу деятельности. Победители заочников торжественно наградили дипломами. Кроме плакатов, молодые люди представляли на заочный конкурс видеоклипы и социальные проекты. Молодежь, они, в общем-то, эти молодые люди с пониманием того, насколько они осознанно пришли в профессию, и эту осознанность, это свое понимание преподносят другим. В этот день на очном этапе ребята радуют зрителей творческими презентациями профессий. На сцене школьники и студенты колледжей. Зажигательные танцы, громкая музыка и веселые номера. Конкуренция серьезная. Оценить таланты жюри очень непросто. Критериев масса, конечно, основной – это то впечатление, да, которое производит номер, и насколько он грамотно освещает особенности профессии, насколько интересно представлена сама профессия. Потому что главная цель, конечно, конкурса «Арт-профи-форум» – это показать весь калейдоскоп профессий. Всего в региональном этапе приняли участие 30 образовательных организаций. Ребята представили на конкурс 95 творческих работ. Победители представят Ивановскую область на всероссийском заочном отборочном этапе «Арт-профи-форум». Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.